Уважаемые братья и сестры, сегодня нас пригласил руководство Курбан-сервиса Черкесские колбасы для содействия акции «Продукты для нуждающихся», которая будет организована фондом «Инсан города Буйнакска» для нуждающихся города Буйнакска. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. В первую очередь я бы хотел всех вас поздравить с наступившим месяцем Рабиуль-Аваль, месяц, в котором родился наш любимый пророк, саллиллаху та'аля алейхи вассалям, Мухаммад. И попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он по своей милости, ради пророка, ради бараката этого месяца, сделал нас из числа довольных им рабов. Далее от имени нашего коллектива, от имени руководства Курбан-сервис хочу с вами поделиться той радостью, которую мы сегодня испытываем за то, что Аллаху Та'ала сделал нас из числа участников данной акции «Инсан фонда», и воздать ему за эту хвалу, альхамдулилля. Не могу здесь не сказать, пользуясь случаем, пару слов про фонд «Инсан», так как этот фонд, мы уже знаем не понаслышке, является фондом, который провел огромную работу и проводит каждый день ради помощи нуждающимся и в целом ради благополучия нашей республики. И поэтому всем работникам «Инсан фонда», всем волонтерам, которые оказывают ей помощь, особенно людям, которые стоят у истоков создания этого фонда, в целом наш муфтият и лично муфтия Ахмад Афанди поблагодарить и сказать человеческое спасибо за то, что они были инициаторами создания этого фонда. Так как этот фонд сегодня является неким спасательным кругом для сотни семей, еще хотел бы обратиться к тем людям, которые имеют возможность не оставаться на стороне и помочь данному фонду быть участниками акции, особенно в этот месяц, потому что это может стать радостью пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и причиной нашего с вами спасения. Всем добра, мира и благополучия. Огромная благодарность ООО «Курбан-сервису» за содействие в акции «Продукты для нуждающихся». Пусть Всевышний Аллах примет и увеличит многократно. Аминь.